В парке культуры и отдыха установят праздничные скидки. Льготная цена будет действовать ровно 63 минуты 30 секунд по очереди на каждом аттракционе. Карусели удачи будут меняться. Их обозначат шарами и вывесками. Марафон продлится с 11 утра до 9 вечера. На главной сцене возле кинотеатра «Мир» покажут концерт. Будет традиционно катание на лошадях. Можно будет полазать на веревочном городке, пострелять с пейнтбольного оружия. Тихо отдохнуть на озерном участке, экстремально покататься на квадроциклах. Во Дворце искусств запустят виртуальную вокальную площадку «Этот город – самый лучший город на Земле». Танцевальный коллектив «Юность», хор Балаханова и камерный, театр «Слуги трех муз», уверяют организаторы, подарят зрителям прекрасное настроение. Прямую трансляцию можно будет увидеть во всех соцсетях, а также на официальном сайте. Нет бобруйчанина, который бы не любил свой город. И в этот день хочется подарить ему все самое лучшее, что у нас есть. Поэтому на сцене Дворца искусств будут выступать наши лучшие коллективы, самые именитые, будут петь самые душевные песни о любимом городе. Не остался в стороне и театр драмы и комедии. Зрители смогут насладиться онлайн-просмотром одного из любимых спектаклей. Наш театр ко Дню города подготовил онлайн-показ спектакля «На перепутье двух дорог» по пьесе Натальи Голубевой в постановке Сергея Карбовского. Это спектакль о том, как в преддверии войны с Наполеоном Александр I издал свой высочайший указ о строительстве в 1810 году Бобруйской крепости. Постановка длится 1 час 30 минут и будет транслироваться на YouTube-канале театра и в соцсетях. Напомним, День города пройдет 29 июня, Бобруйску исполнится 633. Мария Бушкевич, Владимир Гребеневич, Бобруйск 360.